И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Глеб и Наруто, сегодня мы играем Карисма. Димочек, поздравайся. Всем привет. Как и обещали, карта Лабиринт, вы поставили очень много лайков. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Так, ну я не знаю. Давай можно... я поспамню сначала фиолетовых челиков, ты готов? Да, готов. Два, чтобы было по-честному, я буду в рандомных местах спамнить. Вот здесь вот, пошел. Так. Они бегают, да, по лабиринту? Да вообще четко, они знают его наизусть лучше, чем ты. Ох, ребята, сейчас будет офигенно. Сейчас да, будет... да, да. Димон, я даже вижу, как один сказал, я иду к Димону Покемону. Ладно, ладно, он так не говорил. Димас, быстрее шевелиться, а то сейчас они сюда поприходят. Так. Ай-яй-яй-яй. А, блин, тут балди. Страшно, Димас. Классно. Сейчас они... А, Димон, он тут. Я блин, видел, это видел. Класс. Он прямо его зарезал и за мной пошел. Так. Четко. Меняем курс, меняем направление. Блин, это опасно. Кажется, что он за угла сейчас выйдет и убьет меня. Ты можешь бежать от аниматроника и попасть в тупик. Да, это будет, конечно, фейл. Да, вот, допустим, на пиццерии мы когда выживали, то мы могли просто бегать пиццерию, там, убегать. Места было очень много. А здесь тебя могут со всех сторон прессануть. Так. Все отлично. Ребята, если вы хотите, чтобы следующую серию мы записали аниматроники пугают охранника, ставьте лайк. А в комментариях можете написать, какую часть карты взять. Я вообще хочу FNAF 4. Не, я что-то бегаю и ни одного аниматроника не могу. Может, они тебя уже ну, не хотят тебя убивать? Не хотят, да, меня убивать? Может, есть какие-то места, где они застряют? Нет. Бегают, да, все? Кажется, Димас, они просто очень медленные. Да, я так... а ну, да, я полечу, посмотрю, может застряли где-то мужики? А давай я тоже взлечу просто. Лабиринт просто громадный. Нет, Димас, они все за мной бегут, они все за мной. А вот застряли здесь, я вижу, и ходят. Блин, они очень жесткие. А, Димас! Блин. Димас, ты Бенди? Да. Блин, Димон, ты специально меня спросил, чтоб я проиграл. Я просто вижу, Димас, что сзади тебя аниматроники, спереди, и ты Бенди. Это жесть. Кто нас выиграл, получается? Наруто. Так, ну что? Давай добавим еще. Еще и начнем, да? Да. Сейчас добавлю. Знаешь, кого добавлю? Пурпурных человечков надо добавить определенно. Сейчас. О, спрингтрапов можно добавить. Я тоже их, Димон, добавляю. Видишь, я уже их добавляю. Ты... Блин, они не бегают здесь, они жирные, Димон. Они везде, они застряют, да. Они толстые такие. Вот кабаны, ладно, они с этой части не хотят. О, есть идея. Что, какая? Офигенная идея, Димон. Тебе понравится. Ты хочешь обычных NPC поставить с ножичками? Не. Плюштрапов поставить. Да, а их много, они классно будут бегать, кусать всех. И они не застряют. Да, они вообще четко бегают, идеально. Вот Чику можно удалить, она застреет только. Давай мы ее грохнем. Сейчас мы, ребята, все сделаем, будет по красоте. Так, Монька, ты че тут? Тоже застрял, друг. А когда они даже застрют, даже прикольно. Там, знаешь, типа идешь, а там впереди застрял аниматроник. Ой, подлагай. Все, больше не буду ставить, меня Димон подлагивает. Все, можно начинать. Давай. Вот это мы их там нафигачили. Я готов. Давай, а то они уже бегут сюда, надо расходиться. Давай, Спанч Боб, иди, веди меня в верную дорогу, показывай. Только не так, спеши. Идем. Я боюсь то, что я сейчас умру самый первый. Следующую волну мы сделаем марионеток невидимых, это будет жестко. Так. Хардкор. Сейчас это для этот... Было новичок, теперь нормал. А, сзади кусает меня за жопу кто-то, Димон. Я слышу звуки. О, Фредди пошел за тобой. Блин! Я испугался, реально. Да, Тимон, нет, выживай, нет. Я верю в тебя. Ой, я чувака встретил. Да куда ты идешь? Тут тупик. Ай-яй-яй-яй. Я вижу, Димон, тебя. Я вижу, как Димон выживает. Ребята, давайте посмотрим. Так, бежит, Димон, бежит, бежит. Я укусил один раз штрапик. Я вижу. Я живой. Там никого нет, куда ты бежишь как раз. Я-то тебя знаю, знаю. Не, никого нет. Димас! Никого, все, тупик, кусай, выключи штраф, давай! Прощай, Димон! Есть, красота! Я зажала тебя, видишь? Побегу дальше, не получилось. Что-то подлагивает у меня. Подаля чуть-чуть. Друг друге застреют они и начинает FPS падать, понял?
Димон, давай я их застопорю сейчас. Давай, идем на другой конец. Давай, делай их невидимыми. Димон, от тех аниматроников ты всех удалил? А, давай карту очищу, хорошо, давай. Давай. Это же будет хардкор у нас. Да, 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 да. У нас будет сейчас элитная, короче, это... такая волна, понятно? Все, так. Это, беру материал. Это будет, ребята, сейчас очень сильно. Все, Димон, больше не надо, не надо. Не надо больше? Не, не надо. Да, ты же их удаляешь, а мне думают, а что их так мало? Ну ты что такое, ставлю, и мало, и мало. Ну что, ребята, давайте летим тогда, давайте к башне все, с башни начнем. Я думаю, будет самое прикольное, эпично. Если мы сейчас ближе начнем, они нас просто так расфигачат. Ну что, Дима, давай. Так, они невидимые и очень быстрые. Все, Димон, у меня уже скример появился даже чуть-чуть иногда. Да, тоже вижу. Так, блин, а что я застрял? Так, я бегу наверх, пока мне что. Они так сюда придут, Димон. Они же... О, скример, значит, она сейчас сюда придет. Димон, она когда будет сюда идти, я прыгну. Ты увидишь тень, скажешь мне или нет? Да я сыкую. Так, а мы не знаем. Я знаю. Я увижу ее, сейчас тень там будет, по-любому. Как мы увидим, они невидимые. А тень будет. А, ну, может быть. Сейчас, 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 ребята, они как жуки сейчас приползут сюда, быстро очень. Поэтому надо быть очень внимательным. Это даже прикольно. Я спрыгну с башни, буду бежать со всей силы. Димон, бегут, спрыгивай! Бегут! Где? Я обманул, я думал, ты прыгнешь. Вот, блин, ты не повелся, а прикольно. Ладно, ладно. А может, они сюда залезть не могут? Могут. Димас, они идут! Я упал случайно, блин! Они идут, Димас! Я наверх лечу, чтобы это посмотреть. Где, где, где? Вот. Вижу, вижу. А чё я... Димас, я умер. Я прыгаю! Димон, я бегу в лабиринте. Я бегу, я бегу, ребята, я смогу выжить. А! Да как так быстро? Я хочу еще раз, Димон. Давай еще раз. Да, давай еще раз. Я на островке с водой тебя жду. На островке с водой, я вижу тебя. Так, тут просто безопасно, мне кажется, они сюда не придут. Иди сюда. Я боюсь, Димон, их уже, они очень жесткие. Давай, давай. Сейчас, короче, здесь прыгнем. Жопу остужу. А, хорошо. Давай, давай, все, прыгаем. Раз, два, давай, Димон, беги. Всё, беги, Димон, беги. Что тут лабиринт какой-то странный? Димон, я спрыгнул. Димас, это самый худший лабиринт, который увидел тут. Согласись, они очень быстро к башне пришли. Очень быстро. Прям нашли вход, все, там четко. Так что, я не знаю, долго мы протянем или нет, ребята, но мы выживаем. А я бегу по лабиринту, выживаю. Я сейчас не буду останавливаться, потому что если я сейчас остановлюсь... Заскрамнилась на меня. Прощайте, друзья, я выжил. А, железный челебиздрик, тут тупик, блин, жесть, говно. Я жить хочу. Я тоже. Она на меня агрится. Прощай! Сзади чувак умер. Тупик! Ты живой! Димон, я взял оружие, я их иду отстреливать. А, теперь зачистка. Да, а я их не видел, их тень даже не видно. Как их убить? А просто стрелять надо. Давай, идите сюда, мужики и девчонки. Просто, Димон, встань в проход и стреляй. Все, давай, ждем их. Ребята, отстрел идет. Ждем, ждем, ждем. Когда, Димон, увидишь кого-то, скажешь... А, я упал! Димон, помогай мне! Я сам... Я буду в тупике и стрелять, смотри. Это самый лучший вариант. А, на меня никто не агрится, я живой. Убил марионеток, убиваю их. А где ты? Во-во-во, стреляю. Нет, оставь мне одну штуку, хоть инвалидку одну. Меня все это убили. Замочили? А, да. Вот это взрыв. Ну чё, идите сюда. А, тут можно подняться. А, да я ж стрелял, да как? Hasta la vista, baby. И чё, а чё мы живые? Знаешь, Димас, как можно убить всех? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Never, Серега, Angry Panda, Wasabi Скромник. Пацаны, скажите классные слова. Всем приветики, омлетики. Это классные слова. Всем привет. Здорово. Мы дома.
Сегодня мы играем карта Лабиринт, и Серега стоит на том высоком-высоком столбе и взял очень классного аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а Серега у нас должен всех замочить, и кто проигрывает, тоже берет аниматроника. Погнали! Паник вышел на охоту. Пацаны, будьте внимательны, потому что этот аниматроник может бить не обязательно целясь, а даже сбоку или сзади. Дима, спорим, я хитрее буду. Мне кажется, ты не сможешь быть хитрее. А вообще-то он целиться должен, Дима, чтобы попасть. Ого, я могу прыгать. Кстати, да, и мы договорились, что можно использовать мечи. А где ты? О, до свидания. Ого, вы прыгаете, косачьи джедаи. Кролики. Ключ и меч. Дима, ты... Все, я спрыгиваю. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, и Серега пытается нас убить, но у него ничего не получается, но скоро получится. Ребят, со стены слазить, это ничего. Да, да, давайте, на стене нельзя, только перепрыгивать их можно. Ой, класс, блин, этот меч вообще имба. У меня уже 40 хп, особо не попрыгаешь, да? Есть, Серега, да ладно, ты уже убил. Димас, а я ведь это, я ведь злостно не патроню. Чел, нечестно, ну, давай не убивай. Блин, еще меньше. Димас, ты меня напугал. Да я сам испугался, ну, а кто там за челепиздрик стоит? Он будет смерть. А ты что, умеешь убивать? Да. Он не умеет. Слышу, как он бежит, ребята, паркурим. Дима, а, ё-моё, так дернулся. Ты чё такой быстрый? Тупо на меня вылетел. Да чё ты так всех убиваешь быстро? Ты чё, раунд сейчас закончится уже? Я двух убил. Я кого убил? Я тебя убил. И васаби скромник. Остался маф, дарк драгон и кингафайр. Кингафайр. Я побежал. Кингачупчик. Кингачупчик. Я так хорошо запрятался. А, вы запрятались? Ну под землей нельзя прятаться. Не-не-не, мы не шахтеры, Дим. А, ты не шахтер? Не, они не гномы, Дим. Майнкрафт не хотите, да, играть? Нет, они золото не добывают, они не гномы. Серёг, Серёга. У меня есть ключи, едем 150 километров. Мама. Нет, я обосрал. Ты драк. Я обосрался. Серёга, бей его. Бля, кто остался? Ну, я? Да, Джан остался, Кингачук. А, знаете, как вы сделали? Кто-то поднимался по лестнице, тоже Кингачук обоссал. Так это я был, чтобы вы... Ах ты! Я нашел игрока! Он-то прятался, но я по запаху определил. Сразу видно, что-то плохое делал. Штаны наложил, да, пока я его искал. Блин, ну этот меч Звездные войны, он такой, знаете, немножко имбовый. Фух, и... Ой, блин, чуть не убил своего, и растворился. А это ты, Дима? Да. Friendly fire. Стоять. Пацаны, знаете, что надо делать? Знаешь, чтобы кто-то зашел, залез на башню и давал инфу, где кто находится. Так, давайте перекличку. А сколько вообще людей еще живых? Я Кингафайр и маф. Ты маф. Ну, я маф, я так просто говорю. Эй! Я понял. Чекаю. Драгон, на ноу-клип нельзя. А я не летаю. Я видел. Нельзя, Дарсрага. Ой, Дардрагон. А кто тогда на башне? Да это я стою. Варю на всех. Пацаны, залазим. Отлично. А я Драгона нашел, он у меня. Да, привет. Че думал, не найду тебя, а? Да. Какую крысу брать? Вот эту первую самую? Рад. Да, ну, рад, да, все. Дима, прикинь, он возле башни был, это прям у стенки стоял, стенки самой крайней, которая в углу. Я понял, шкерился. Притаился, на крысичах сидел. Так, я вижу только аниматроников, я игроков не вижу, где они? Я знаю, где примерно Драго, но не знаю, где точно. Драго вот у меня летает на спауне тут. Да не летает. Вон он прыгает на спауне. Ловите банихопера. Вот эти ловушки за. Кто это по мне стрелял? А сейчас? Кто это, да, стрельнул? Упал. Без оружия все. Серега, ты улетел вниз, да? Это. Я упал. Кто-то по мне стрельнул вниз. Я сейчас. Ой, блин, я тоже упал, я теперь понял, что ты упал. Да блин, это мечи вообще капец имбовы. Да ну блин, не могу же найти еще одного игрока. А кого? Может он на спауне, то и в будке. Нет, Драгон. Он под водой, пацаны. Под водой? Конечно, вы что, не поняли сразу? Да ну не, это невозможно. Так как это невозможно, если это возможно, он там сидит. Я прочекал его, не обманулся. А я убил его. Есть. А где он? Есть. А он это у угла сидел, я не хотел палиться, я увидел, откуда он выстрелил по мне. Не, ну реально нечестно, слышишь? Что нечестно?
Да какие это вообще быстро. Короче, этот, давайте теперь делаем так. У нас будет все аниматроники и один выживший. Я так вот, Драгон один выживший, мы сейчас за ним гоняем сидим. А он еще один выживший остался? А, вот. Понял, вот, понял. Получается, мы делаем так, как ты а сейчас. А где он? Я наверху сам. Вот он, вы где. Вон он, вон он, да. Вот он и в вышке сидит, пиксель тут. Да, чё? Ах ты, писька такая, я тебя сейчас поймаю, убью. Телепортироваться дайте плохо не могу. Заберите, я запутался. А Дима, я... Нет, ребята, давайте по чесноку, без телепортации. А телепортации на этой, на крысе нет уже. Да. Ребят, ну как-то я вас всех убил без телепортации, так что... Да ты черт просто. Ты понял, кто ты? Черта в зеркале. Черт, ну красивый. А кто у нас там убил? Так, смотрите, ребят, тактика. Ребята, кто хочет с нами записываться, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти и записаться, и не только Гаррис Мод, GTA и разные игрушки. И еще можно стать спонсором канала, и будут доступны роли, и эмоджи, и всякое такое. Крутое. Зайди в Телеграм. Спрыгнул, ребята, спрыгнул, очкошник. Очкошник спрыгнул, бежим все за ним. Он по стенкам бегает так. Куда? Он по стенкам бегает. Он след со стены. Ай, со стены. Блин, у него меч это читерский, но придется его так ловить, как есть. Нас там много. Это движ бегает за одним человеком. Смотри, как долго выживает, молодец. Короче, к спауну сейчас бежит, вот он за стенкой. Да-да-да, мы сейчас его и поймаем все равно. Мне кажется, это читер, надо его как-то... Вот следы наставил, видите сколько? Вот, вот он на да-да-да, спауне. Да-да-да, говно вот это вот насрато везде. Ого, следов сколько остается. Дима, он на спауне. Да? Да. Билки чистят. А ты эту хорошо карту знаешь? Я, да, я вижу... Не, я просто стою на вышке и вижу эту точку. О, блин, мы бежали с фасаби скромниками, забежали. Да, тут пик. Мы в угол забежали. Все нормально, бежим сюда. Стоит. Вы что, не умеете ориентироваться в карте? У вас что, память как у курицы? Нет, курицы. Как у петуха. Вот он. Я 10-й раз говорю, он на спауне. Я его вижу. Окружаем челепиздрика. Спасибо. Ох, какой супермен, смотрите, как прыгает весело. Читер, вонючий. А у него энергия скоро закончится, по-любому. А, не, она не, она пополняется. Драк, они такие топливы, вы там по кайфу ловите, мы в лабиринте запутались. Да лабиринт какой-то конченый, да, пацаны? Согласен, в натуре. Короче, давайте возьмем, знаете, с какого пилпака, где можно телепортироваться? Вот, да, давайте. А, я сейчас скажу, как он называется. Он называется... Five Nights at Freddy's просто, сразу под этой же папкой. Они за большой задержкой перепахнули. А это не тоже будет... А, ты хотел что, моментально? Так мы его убьем сейчас сразу. Ты поехался на самую крышу карты. Смотри, сейчас... Ой. И все, я сверху смотрю, где он, смотрите. Я лечу. Я тоже наверху, я смотрю. Я пытаюсь его выследить, я вылезу. А мы сейчас найдем его, мы сейчас найдем. Вы что думаете, это будет вечно продолжаться? Так, у меня осталось 200 хп, 20 падений. А что у тебя 200, если должно быть 100? Вообще-то мы всех с тобой 500 же. Ну что, вы его видите? Нет. Ну ладно, я все равно скоро умру. Да, он умрет все равно скоро, да, он правильно говорит. Ты скоро сдохнешь. Так, его в воде нету. Он в лабиринте где-то сидит. Ты думаешь? Да? Я в лабиринте сижу, серьезно. Да? Не, подземки нет. Это... Я вот высматриваю и не могу... Опа, кто это упал? Это я. А, это вот, мы. Вот он, черт, вот он прям этот был. Он прям этот, чуть не подземный лабиринт. А, все, вижу. Вот летит. Вижу. Кулак мерзкий. Вот что-то меч не кончается, челепиздрик. Нет. Да он стелки, за стенки. Он читер, реально. Он на центре. Блин, вот он прыгает. Блин, а мы его, наверное, кажется, не убьем, да? Давайте для того, чтобы его убить, можно использовать любого аниматроника, какого вы хотите. Полностью. Нардрагон, можешь секундомер запускать в ремля. Вообще любых. Каких хочешь, да, полностью. А, на полетели, короче. Ну, Дима сам сказал любых. Да, я хочу просто посмотреть, за сколько он. Сколько он продержится. Ой, ты что, моментально тпхается, это круто. А, ну понятно. Так быстро? Да. Потому что по всей карте. Да ладно. Нет, он не по всей карте бьет. По всей, я знаю. Нет, не. А кто хочет еще повыживать один? Я хочу. Давай на цифа. Васаби скромный хочется. Ну давайте, вы втроем, и мы аниматроники. Только мы можем брать любых. О, давайте, мы можем брать любых аниматроников.
А вы можете использовать оружие, но не любое. Админский пистолет нет. Нельзя, да. Нет. Да, все, поделились, давайте. Вы втроем, а мы аниматроники. А какие оружия? 3-3, да, получается? Да, я... Да, все четко. А, нет, 4-3. Дима, спорим, я убью быстрее. Ты думаешь? Он просто читер, он будет летать. Я понял, он уже перед во Фредди, который летает. Не, что, начинаем? Да, все, 3, 2, 1, 0, пусть. Спасибо, Дим. Ой, ты зашел. А, вы были наши? Да. Я извиняюсь, просто, ну, это, у меня психологическая травма. Мы заметили. Почувствовал. Бежим. Психологическая травма, это психованная, да? Есть. А я, он невидимый? Да ладно, да как так-то? В смысле, я тебя не видел? Помню, потому что это мои точки, это тень какая-то. Бегу себе по лабиринту и никого не нахожу. Все, еще один. Еще один. О, я первым я знаю. Тут King of Fars 4 пытался меня убить. Че, псих, что ли? Надо не в лабиринте, типа, но именно не в лабиринте, но, так сказать... Только не в подземном. Да. Ой, я вижу, кто-то летит. Ой, что-то у меня поломалась рука. Все. Все, всех? Всех? Короче, невозможно против любых аниматроников выжить невозможно, да, получается? Да. Рубрика «Эксперименты». Да, я, как всегда, в конце ролика надо сделать, короче, рубрику «Реальные эксперименты». Я хочу сейчас через портал закинуть бомбу. Возможно это или нет? Не, О, просто время надо. Ну, давайте проверим, работает он или нет. Где портал? На спауне поищи. Вот бомбу. Вот, я хочу вот здесь вот скинуть бомбу, чтобы она появилась вон там вот. Так, давай, да, аккуратненько только ее скидывай. Просто навесиком, да, не просовывай, а навесиком, чтобы она сама падала. Ой, я вижу. Не, надо, чтобы выше было, Серега, выше. Она тогда просто упадет, а она, чтобы она прям вылетела немножко с портала. Я ее еще поймаю. Да, вот. Вылетела. О, все, не трогаем. Ребят, да это эксперимент. Только не трогаем, пожалуйста. Она сейчас должна выше и выше. Ого! Смотрите, там она вылетает. Надо камеру взять в руки, чтобы показать нас. Ребята, офигеть. Если ролик наберет 3000 лайков, мы реально сделаем рубрику «Эксперименты с порталами». У меня есть очень миллион идей просто, что можно снять. Она выше уже не прыгает, да? Все, сейчас я кое-что сделаю. Стойте, не мешайте. Сейчас. Так, она здесь вылетает. И сейчас мы уберем портал резко. Нет. Все, извини, обстоятельства. Портал за... Эй, зачем ты... Я и буду жить. А я буду. Получилось, не? Да. Да не получилось, давай. Еще разок, последний раз, только теперь будет немножко по-другому сделано все. Побольше, больше. И она пролезет? А я сделаю так, что она теперь просто упадет. Ого! Ну давай. Выше. Давай, Серега, опускай. Погодите, я так. Блин, она пролезет? Дима, слышишь, когда мы вдвоём? У тебя первый? Блин, я боюсь уже, пацаны, это какое-то стрёмное дело мы творим. Удаляй, Серега, меньше надо. Все, понял. Давай что-нибудь поменьше, чтобы было эпично. Концовка должна быть крутая. О, вот это пролезет. Активирую ее. Повыше только поднимай, да? Только не трогайте ее, ребят. Да, только, Серега, не промахнись. Это очень важно, мы все умрем. Дим, помнишь, мы засунули бомбу в портал, и она пропала? А, кстати, да, она подвалилась, наверное, под карту. Да, или просто пропала. Да. Все, готовы? Давай. Давай. Опускай. Я смотрю. Ой. А где она? Куда она улетела? Я жив. Это было круто. Hey, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Скромник, Стаканчик, King on Fire, Егор, Абгай. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем банзай. Сегодня мы играем очень классную карту. Это лабиринт. И давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Поэтому, пацаны, я рекомендую немножечко отбежать от них. Давайте зайдем вглубь лабиринта. Вот сюда хотя бы, просто через стенку. И я включаю им искусственный интеллект. Давайте посмотрим, побежали. Все. Побежали. Ну что, пацаны, выживить сильнейший. Двойного прыжка нету. Ничего нету. Рекомендую держаться вместе.
Потому что труп может перегородить проход, и они застрянут. Но скорее всего это могут... О! Марионетка самая активная. Сейчас это даже немножко стрёмно, когда ты понимаешь, что ты ходишь по лабиринту, вот говно, они уже за мной. И они тебя могут завалить в любой момент. Видели, какая скорость у них бешеная? Я боюсь, что они меня сейчас догонят. Хоть бы не на меня, хоть бы не на меня. Ребята, это очень стрёмный момент. Ну что ты, Кончитовская? Так, я думал, будет подольше. Я буду дольше держаться, но что-то пошло не так. Давайте просто вот летим вот сюда вот. В любую часть карты в середине лабиринта. Ух ты, уже? Я летел, 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 прям в середине карты меня замочило. Пацаны, а вы где? Я возле башенки. О, я тоже иду. Я тоже иду на башню. Инфаркт. Я в башне. Беги, Димка. Я тоже, пацаны, подхожу к ним. Я тоже иду. Но если они мне дадут этого сделать, потому что вы же знаете, что они очень хорошо ориентируются в лабиринте. Ой, за кем-то уже бегут. Ты хоть меня не пугай, это не я? Марионетка идет. В башню. Ой, сейчас кого-то марионетка убьет, видимо. А, не пугай меня, я думал, это я. Поднимайся на башню фиолетовую. Ой-ой-ой. Да пожалуйста, не говорите так. Ой-ой-ой-ой-ой, не говори. Я боюсь. Так какой-ой-ой-ой. За мной бегут. Так, я приближаюсь к башне. Обидно будет, что я когда возле башни будет, они меня замочат. И придется идти заново. Фиолетовый парень сзади чел. Да не говори так! А, блин! Мама! Мамочка, блин! Что ж такое-то, а? Пацаны, я к вам прилечу, потому что мне кажется, так более интереснее будет. Бежать полдня опять к лабиринту? Смейся, смейся. Где? О! Води, води. Тебе еще минут 10 хотя бы до конца ролика. Поводишь его так? А если он на меня переключится? Я, короче, пока спущусь. Ты там общайся с ним. Эй, зачем ты его ведешь за мной? Ну что ты за человек? А я могу так вот как-то прыгнуть и разбиться? Ну что ты? Ну не надо! Ну не надо его сюда вести! О, веди его наверх, это правильно. Блин, как язык можно глотнуть, ё-моё. Вот это стрёмно получилось. Ну мне нравится, это самое... Интересно, такой ролик получится, серия получится, потому что они реально жестко нас щимят. За мной бежит Чика, марионетка и... Так ты самый... А я с Мегафайром бегу. Самый вкусный игрок у нас. Ай. Так, а я просто буду прогуливаться. Иду себе спокойно, веселюсь, никого не трогаю. Надо быть готовым, что она может в любой момент меня чикнуть. Пацаны, а вы где? Я в тупике. Я бегу к башне. Карта такая, ну не маленькая. Обычно я думал, что мы будем тут встречаться. Но получилось необычно. Кажись, я в тупике. Я уже в тупике. А нет, это не тупик. Это не тупик, это вокруг, это ваш. Это жесть, что творится. Мясо какое-то творится. Спокойно иду себе, никого не трогаю. Представьте себя, куча марения так поставил. Вот это было б жопа нам. Ой. Мы бы не выжили. Когда, получается, маринетка на меня агрится, у меня ее лицо, да? Да. Ну прощайте! Ну прощайте, что ж еще? Она такая жесткая, что мне кажется, от нее вообще никак не убежать. Повезло, не повезло. Она встала на моем трупе и стоит. Ну, уходи. На башню поднимается. Фиолетовый. Что, она не будет дальше ничего делать? Я так разлегся печально. О, я на островке. А они, получается, выйти с лабиринта не может, да? Нет. Башни. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А, это же, вы же помните, что они не убиваются. Ой, ой. А что, она просто стоит и ничего не делает? Класс, я пошел. Надеюсь, она на меня не переключится. Дима, у нас тут проблема. Хьюстон, у нас проблема, да? Да, у нас тут один жирный аниматроник. Ой, Фредди не может пройти. Не может пройти? Да. Он слишком жирный для этого мира. Он там пройти не может. Так, мы сейчас еще поставим.
Я Боньку поставил, Бонька пошел. Давайте посмотрим, куда он пойдет. Пошел, пошел, прям уверен. О, марионетку я видел, она там ходит. Пошел Бонечка. А куда он пойдет? Давайте понаблюдаем. Кого же он замочит? Так, сюда. Оп. Опачки. Отлично. Они хорошо лабиринт знают. Прям вообще по феншую. Я Димас вижу. Я тоже вижу тебя. Ты вот там на башне. Да. На. Оно не долетит, надо. Скорее. Оно не долетит. Нет. Ой, ко мне, видимо, Бонни бежит. Я уже Гаррис Поттер наизусть знаю. Докуда шары долетают, точно знаю. Но вот если я сейчас подойду так поближе, то долетит. Давай. На. Рядом? Да. А, вот так вот. Ой, отскочил от угла, прикольно. Так, а где они вообще ходят, все эти? Они тут наверху. О, убил. Ты что, попал так четко? Ого, трупейшн отлетел. Это марионетка тебя так замочила? Я спрыгнул от Фредди. А! Да что ты, дурак Фреддивный. Беги, Димка, беги. Они так быстро по карте это ориентируются, да? Я не скорее всего лабиринт, если выход они смогут найти. Он тут один. Хотя это довольно сложно. За мной Фредька бежит. Тут, кажется, еще подземная часть лабиринта есть. Да-да-да, но я туда не рекомендую вам спускаться. Там плохо будет, очень. А интересно, он упадет сюда, если я буду тут стоять? О! Да как? Ах ты скромник, а? Ты взял Фредди вселился или ты взял пилпак? Да, да. Ты вселился в него, ну молодец, блин. Знаешь, я так подумал, как это сильно хорошо он идет и прям наизусть все знает. Ну хитрый жук. Так, а кто у нас тут телепортируется? Телепается. Так. Ребята, напишите в комментариях, каких аниматроника нам в следующий раз поставить для лабиринта. Мне кажется, можно что-то более жестче или скачать каких-то прикольных. У нас есть аниматроники, но они никак не NPC, а пилпаки идут. Так, так, так. Просто походим. А где фиолетовый челик? На башне. Давайте я сейчас поставлю куча фиолетовых челиков. Нет, на башне. Хотите веселья? Не ставить. Будет опасно. А, не, не бойся, я так 100 раз сделал. Ребята, делаем для вас веселье. Я вот тут постою. Ого, их много, надо удалить немножко, то я переборщил. Вот так вот. Так, а чё они не спрыгивают? Эх, ты говно, блин, да как? Да ну как? Так, я тут постою. Очень умно себя ведут, я даже думал, что ты настоящий игрок. Что ты, что ты, что ты? Не вылетишь, да? Не хочет спрыгивать, подлец такой. А ну подойди к нему сзади. Эй! Замочи его, он не убивается, кстати. Кто кого, фиолетовый челик тебя выиграл? Смотрите, какой хитрый жук. И не хочет... А где он? Упал. Эй, эй, отвали. А ты этим его не убьешь. Из-за того, что у него ножик очень с замедлением бьет. Смотри. Видишь? 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 А, нет, вот это я уже не вижу. Да, сейчас пока анимация полдня пройдет и ролик кончится. Опа. Опачки. Опачки. Эй, то кто стреляет? А, я вижу кто. Да блин, я упал. А двойного прыжка нету, теперь вообще никак не выбраться. Только на умение. А где фиолетовые челики, вы их видите? Они к вам бегут, они телепортируются вообще. О, это хорошо, мочите их. Прикодировались. Только в стене застряли. Ничего, все будет нормально. Да, пацаны? Да. Затащим. Так, подождите, я не так пошел. Не в ту сторону, да, вот так. Так, я иду. Надеюсь, я к вам успею добежать. Потому что эти челики прям жестко мочат. Пойдешь к нам. Ты не пройдешь. С пробелом, контрол, пробел, делай чудеса. А где они? Давайте посчекаем. Я их не вижу. Но я их не удалял, они где-то есть. Бояться, а, вижу, вижу, ой, вижу, там кто-то бежит к нам. Это не NPC. Это обычный игрок. Ну зачем? А, не, вот.
Догоняет. Пацаны, он поднимается к нам. Смотрите. Это не скромник? Это скромник. Эй, не пускайте его. По башке его стреляйте все. Мочите, мочите, мочите. Он так может убить, кстати. Мочи, мочи, мочи его. Пошел отсюда, щенок вонючий. Давай, 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 наваливай, наваливай. Ой-ой-ой, что у нас началось? Ребята, все для вас, как вы любите, веселье и много позитива. Что ты? На, ой, извини, стаканчик, я думал, это скромник. Нет. Это совпадение. Так, возьмем оружечку. Что у нас Эти есть? Эти серьезные игры, да. А что ты нам можешь предложить? А ты на расстоянии убил? Ах ты читер вонючий. Ой. Так, давайте возьмем оружку. И у нас есть smoke granite. На. Флешки. Слышишь ты? Давай по-честному играй. Да, хорошо. Ребята, напишите в комментах, честно играет или нечестно. Я думаю, что нечестно. На расстоянии убивать и я могу. А ты чикни нас. Давайте вот тут на поле битва сделаем. Не в лабиринте, а вот здесь. Слышь, ты меня слепишь, говно. Эй, ничего не вижу! Хорош! Ого, он быстрый! Слышь? Так ты не добежал до меня! Не достаю. Беги, Димка, беги! О, отлично, я буду под водой. Я слышу анимацию, я слышу. Так как ты вообще? Что ты? Кто ты такое? Пацаны, давай достаем оружку, мочим его. На, гори, падла. Не попал. Не попал, я знаю. Черт. На тебе, есть, молодец, Егорка, красава. Что ты уже не такой модный, да, чилипиздрик? Где он, где он? Ой. На, ого. Слышь ты, бомбомет. На тебе гранату. Пацаны, бегите. Ох ты, злодеевич. Ребята, я бомбу заложил. С Counter-Strike. Сейчас посмотрим, что будет, когда она взорвется. Давайте здесь положим. Шинкс. Бомба не дефьюзится, все. Все, ты проиграл. Че, не взорвалась? Еще, еще здесь. Но... Надо в воду, надо в воду. Он сейчас бомбу кинет. А ну кинем в воду бомбу, взорвусь я или нет? Ах ты, блин, а. Ну да. О, взорвалась, смотри, а. Быстрее, Димка. Сейчас умрет все. Ух ты, ой, сальтуху сделали, красиво. Успей, 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 успей. Нет, 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 не надо, мы еще повоюем. Мы должны его замочить. Сейчас начнут эти бомбы с Counter-Strike взрываться. О, первая пошла. Все, так легко и просто. Бегите, глупцы, сейчас будут очень много взрывов. Ух ты, три бомбы, да, должно? Три штуки взорваться. Ай. Еще одна. Красиво, ого, там горит сильно все. Сейчас еще будет бабах. Ох ты, красота. Ну что, ты берешь робота? Да, 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 да. Так, бери, давай, я сейчас тебе немножко сделаю веселье. Прощай, ну, я тебе тоже сюрприз подкину, ты не ссы. Нет, а нет. Взорвало? 3000 хп, еще 3000 хп. Ого, так, ребята, это не та бомба. Это не та бомба. Ух ты. Я от волны улетаю, ядерной.
Да не, такое его не взорвё. А, не, взорвало. Ну так неинтересно ядерную-то, по сути. У нас и Монстр Хендерсон, и роботы, все на куче. Вот у нас очень классная бомба, она мне очень нравится. Ой-ой-ой-ой-ой! Наш ФПС. Нормально? Да. Дима. На тебе, да. Николас ФПС. Ну, значит, Гаррисмод уже начинает оптимизированно работать. Не берет. Как это не берет? 1000 хп. Как не берет? Улетай, Димка, улетай. Сейчас ядерная бомба этот активируется. Вот-вот-вот, не ядерная, а вулканическая бомба. Сейчас будет. Улетаю, смотрите, как красиво, на грани этого улетаю, волны самой. Друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Серега, Стенка, Неон Кэт, пацанчики. Скажите крутые слова. Всем приветики-облечки. Всем привет. Чмяк-попяк. Я здесь на вышке поставлю бензопилу, кто я первого отберет, тот и маньяк. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в лабиринте. Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, бежим со всей силы. Что же нам еще делать? Так. Я упал в лабиринт, fucking shit. Серега. Ура, да, ну, я рядом уже, я рядом уже. Да, хорошо. Я почти взял. Ой, блин. Кто-то бензопилу взял. Я слышу звук бензопилы. Сенка взял! Бульбасавр, ну что ты такой слабый? Да! Серега, ты где? Я сдох. Серьезно, тебя запилили? Да. Димас на вышке. Эй, ребята. Твоюшка лошматки, блин, да ты псих какой-то. Да почему так все быстро произошло, Серега? Потому что. Да ну блин, да ты какая-то читерская пила. Отстань, Дима. А где ты? Где ты? Я же тебя видел только что. Секирия. Тебя видел. Ребята, будем бежать на интуицию. А вдруг найду? Так. Внимательно. Внимательно. Где он? Я его не вижу. Так, надо, короче, на вышку бежать, потому что только на вышке видно. О, на вышке стоит настоящий игрок. Нет. Так, 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 так. Вижу. Я тоже вижу человека одного. Тут спринтра бегает, я его вижу. А есть. Запилили. Так, кто еще живой? Стрим. Вижу. Я то есть бензопилой человек бегает. Блин, так я никого и не запилил, хочу запилить. Так, 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 так. Вон, а, вижу. А какой Чика. Скин у него? Чика? Чика Найтмар. О, иди сюда. В какой части лабиринта он, Серега? Возле вышки где-то. Я бегу, 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 бегу. Вижу. Вижу, он на вышке вообще тусуется. На вышку все, пацаны. Нет. Лучше запустим пилу сразу. Мы можем, кстати, стоп-словом прописать, и не слышно звук пилы. Я думал, ты по мне стрелять вздумал. Так, 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 так. Сережа. Мы его должны убить. Убил. Да ладно, убил. Так четко. С прыжка. Офигеть, ребят, это было эпично. Ну что, сейчас время жесткого убегания. Вы готовы, ребята? Время веселья. Ой. Господи, спаси и сохрани. Я сразу, короче, ребята, бегу на башню. Выживаем с башни. Я уже на башне. Да? Ну что, ребята, ждем. За сколько времени к нам добегут злостные марионетки? Я кстати, я вижу. Я уже вижу что-то, Серега. Давайте посмотрим, можно ли убрать ихнюю кремерную морду. О, можно, кстати. Ну, только я теперь не знаю. А, агрится за мной кто-то или нет? Пацаны, вы готовы умереть? Дима. Я вижу, они приближаются, Серега. Они уже ближе. Дима, они, походу, все за тобой бегут. Ты думаешь? Я, да, потому что у меня нету скримеров. Да ладно. Так, 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 смотрим, ребята. Сейчас они должны в башню забегать. Но я знаю, да, один способ, как выжить, я знаю. Вон, все, три марионетки, четыре, есть, пять. Есть, есть, есть. Семь, восемь.
Гуси, они ближе, ребята, они ближе, это очень страшно. Будьте внимательны. Дима, они за тобой, походу. Да ну вас! Серега, убила! А вот теперь забыл. Убила, убила, пацанов, отлично. Ну что, я нашел, как всегда, выход из ситуации, я остался живой, а пацаны начинают погибать. Ну ты хитрозадый, сам сдох это и... Какой сдох? У меня 80 хп. А тогда почему марионетки на меня накинулись? Не знаю. Они я вот. Вышли. Да, я знаю, но видишь, и пацанов убивают, значит, не за все за мной. А что ты за мной думаешь, они всегда? Очень тебя. Опасно. Очень опасно падать, так что надо прыгать каким-то запасиком всегда. Чпоньк. Чпоньк. Они прям возле меня, смотрите, ребята. Ай. Так, а нету, где? Я же видел, только что здесь была. Я нашел способ. Как их обманывать. Да? Край... Как? На край башни стою, когда к тебе идут, прыгаешь в бок, и они падают. Блин, точно. Еще? Ой. На тебе еще парочку. А я-то умер. А, блин, зря только навалил тебе 100 штук. Так, ну а что, че, пацаны? А не миллион? Не миллион, потому что начинает подлагивать карта, не тянет. А тут парочку марионеток застряло, кстати, в стенке. Так, ну что, вы не хотите спрыгивать? Нет. Зря. Нет. Зря, пацаны. Я спрыгнул и снова на башню залез. Секунду. А вот теперь вы будете спрыгивать. Ребята, где вы увидите выживание в лабиринте с аниматрониками и смерчем? И торнадо. Ну что, мне жопа, мне скинуло вниз. Вот это эпик у нас, классно, ребята. Мне нравится такое. Серега, тебе нравится? Это жесть. Сейчас они ко мне придут. Надо воду. Надо воду. Я понял, как выжить. Они когда будут на дне ходить. Так. Интересно, она воду придет ко мне, смерч? Ой, я вижу, там кто-то полетел. Я встану. Анимай их еще. Давайте посмотрим. Блин, мелковато. Мне кажется, достанут мои пятки. Смотрим. Нету. На берег не идем. Ой, сейчас смерч, наверное, меня выкинет. Вот это он мигает. Серега, а ты где? Я на башне стою. Молодец. Они прям подо мной, смотрите, три. Три штуки, внимательно. А как от них отбежать? От них не убежать уже. Разве чтобы они на другого переключились. Вот так вот надо к этому челику идти. Базавр, на тебе. Я тебе немножко подарил одного штучку. На тебе еще парочку. Только они от тебя переключаются, сразу убегаю. Ну, этот торнадо громкий, конечно же, минус уши. Да, мне нравится, круто получается, я люблю вакханалию. И мои стоп подписчики саунд. Тоже. Да, кстати, да, Серега, стоп саунд можно. О, нате вам. Ой. Дима еще марионеток поставил? Не, я сейчас умру. Блин, да я знал, что я умру, если честно. Идет. Они голимые, эти марионетки. Они меня вечно убивают. Нельзя? Блин, печально. Марионетка за мной, марионетка. Сейчас. Сейчас меня убьют. Я защищу. Защитишь? На тебе, гори. Огнем. Ну чё, давайте, идите ко мне. Я покажу, ребята, как надо выживать. Разгоняете ее резко в сторону. Резко. А, блин. Ой. Учитель, который умирает. Ого, у нас тут веселье, ребята. Такое я люблю. Пошли в жопу. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Прощайте. Блин, а. О, отлично. Здесь я могу немножечко постоять. Серега, ты где? Я марионеток расфрижу, они все в стенке застревают. Ага, из-за стихийных бедствий, наверное, подкидывала их. Они застреют. Так, ребята. А, берем правильно. А, луч. И красивый замах делаем. Оп. Нет, криво. Надо дальше, то я погибну. Хватит вот эту бомбу. Серега, я, короче, кидаю в лабиринт бомбу небольшую, маленькую. Блин, давай, сам давай. Себя взорвал. Идиотус. Вот это жалко, смотрите, какой взрыв был.
ты бомбу знаешь, куда кинул? Ты не в лабиринт, ты в океан кинул. Да я знаю. Смотри, смотри. Прощайте, ребята, это вы были хорошими людьми. Ой-ой-ой. А, тут сталкеры же ж были, я их поубивал. Чё, Серега, не то? Не, слабенький. А чё? Вроде же нормально. Чё, нормальная бомба? Ой-ой-ой. Ух ты, что там творится, ребята, вся карта. Серега, ты что там взорвал такое? У меня аж вылетают кадры. Это жесть, надо сваливать, сейчас опять убьет. Не успел. У меня на экране какое-то мутное все. А, я, наверное, себе подрубил эту штуку. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.